Друзья, всем привет, с вами был Капанда, да его сбили. Попытка номер 2, дубль 2. Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox Rocket Simulator. Короче, человек, ракета будут. Смотрите, единичка, есть ракета. Ставим ее. Здесь вот она появляется на этих ногах. Вон она маленькая, да, шучу, ничего там не появляется. Жмякаем единичку, бэнчки полетели. О, электрический я купил эффект. Вот здесь есть всякие эффекты, ну-ка давайте поставим. Какой еще старый был. Давай-ка. Давай-ка, покупайся-ка. Вставайся-ка, да хватит вокруг меня летать. Эй, почему тот же эффект? Так, вот он, огненный. Все, не туда тыкнул. Бамп. Вау, огнем теперь. И кручусь, верчусь, замутить хочу. Ой, тихо, я ухом что-то пропорол там. Ой, там кто-то внизу есть? Там кто-то внизу, я кого-то спалил, там кто-то спрятался. Короче, сделаем вверх и полетели. Ракету ставим, бэнч. Человек-ракета, точно. Так, и за каждый пролет нам дается повер. Вот она, 139 у меня. И можно еще кого-нибудь сбивать. Ну-ка, давайте кого-нибудь подписонов собьем. Подписоны, сосисоны, здорово. Кегли, ну-ка, остановись, будем кегельбайн играть. Бэнч, есть, кого-то забодали. Они прикольно так стоят все. Давайте, я скажу, давайте сделаем селфи, они все-таки встанут ровненько, мы потом их бенч. Так, я хочу купить свой этот, поставить свой электрический эффект. Ботинки электрические. Где мои ботинки электрические? Так, только не меня пока не бить. Так, а следующий токсичный, 150. О, да мы сейчас купим, 143, надо еще накопить 7 штучек. Здорово, ребята! Эй, бош! Ой, ладно, я маленько отдохну, можно маленько отдохну. Дайте мне кого-нибудь забодать, а? Вот они, хорошенькие стоят. Ничего, что-то все разлетались. Так, я хочу куда-нибудь спрятаться на какое-то деревце. Во, вижу деревца. Раз. Налечу. Есть. Нету. Вот сюда теперь как-нибудь. Я хочу на дерево. Так, понял. Маленько подальше. И вот так вот. Нет, не вот так вот. Я хочу на дерево. Можно, пожалуйста, на дерево к вам в гости. Так. Опять не попал. Да что ж так кэш-то? Так. Так, угол, поправка на ветер. Азимут. Не азимут, опять не долетел. Так, подождите, я хочу на это дерево. Это челлендж. Опа, натики. Так вот, давай в серединочку. Во. Ну-ка, кто меня? Кто меня сюда загорит? Ну-ка, сюда, наверх. Наверх, здорово, ребята. Ребята, я наверху. У меня у самого со 100-500 попытки только получилось. Ау, а там, смотри, какой-то остров, чувак, как тут залезть? Потому что, когда нажимаешь, жмякаешь лететь, и что-то она летится, но не особо долго. Потом у него бензин кончается. Ой, тихо, кто-то мимо меня пролетел. Они все вокруг меня летают, смотрите. Ва, они меня сбить пытаются. Нет. О, кто-то залез. Нет, залез и упал. Круто, я здесь. О, вау, кто-то сверху пролетел. Хлобыська так быстро. Тихо, только не сбейте меня. Я буду от них уворачиваться. О, кто-то залез. Они меня сбить пытаются, о, мне жизни мало осталось. Нет, я буду держаться до последнего. Короче, это игра царь горы. Точнее, царь елки. Я залез на елку и буду... Все, меня убили. Я не царь елки. Ладно, я хотел посмотреть, как можно залезть на этот летающий остров. Интересно. Ну-ка. Бинч, полетели. Я до туда не долечу вообще никак. О, тихо. Ну-ка. Давай, копись-ка. Давай, еще маленечко. Главное, чтобы энергия не закончилась. Вот, мы сейчас долетим, да? А это что за шпиль? Мамочки, там какая-то эльфовая башня. Останкино, наверное. Туда, наверное, тоже фиг залетишь. Так, давай, наверх. Давай, мой хороший. Давай, еще разок. Давай, подкопим энергию. Энергия солнца, вот, я понял, надо на солнце смотреть. Тогда она больше копится энергии, и мы больше летим. Давай, мой хорошенький. О, уже 162, мы сейчас токсичный, кстати, купим эффект. Будем радиацией, наверное. По радиации бегать. И стрелять ей из ног. И она будет нас наверх толкать. Но это, конечно, не точно. Так, тихо, аккуратненько. Еще наверх. Сейчас упрусь головой не туда. Нет. Вниз полетел. Ну, бах ты мой. Какой из меня ракетометчик-то? Гагарин бы сейчас увидел, наверное, перевернулся. Ать, тихо, аккуратненько. Человек-ракета. Я же человек-ракета. Я должен туда долететь. Давай, мой хорошенький. Чуть-чуть осталось. Вот с этой теперь стороны. Поправка на ветер. Оп, еще разок. Вот так вдоль полетим. Еще разок. Тихо. Вот сюда. Давай, еще наверх. Давай, мой хороший, чуть осталось. Давай, мы почти сделали это. Еще последний разок. Ну, это не точно.
Есть, 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 нет, 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 нет. О, да. Я это сделал. Так, а что у нас тут есть? А почему никого нету? Так, здесь у нас есть квадратик серенький, офигенный, крутой. Есть квадратик, кубик, еще один серенький, крутой. Есть офигенская какая-то коричневая скамейка. На ней нужно посидеть и станешь волшебным. Ага, не волшебным, а токсичным. Хлобысь, хлобысь, хлобысь. Покупаем. Е, токсичный. Ну, какие тут еще есть? Соник. А, стрим какой-то. Ого. Ничего себе. Ого, 250, 400, 400, 600, 1200, 3000, 5000, 10 тысяч. Плазменный какой-то суперчеловек-ракета. Я буду здесь и заплачу боссу 10 тысяч монеток. У меня таких денег нету, вы что? Ну-ка. Вау-вау-вау. А, я какими-то этими штуками стреляю. Вон, у меня что-то вылетает там из подошв. Я свечусь весь. Мамочки, я какой-то радиоактивный. Так, кто у нас на первом месте? Конечно же, КА-панда. Угу, 10 раз. Core Blocks Uprising. Ничего себе, сколько нулей у него там этих. Я даже столько не засчитаю. 1 633 784. Обалдешки. Здорово, братюнь, как дела? Полетели. Вон еще осталась башня такая. Нужно на нее попробовать залезть. Это мой новый челлендж. Да, конечно же, нет, я туда не буду. Тут, наверное, мне целого месяца не хватит туда лететь. О, смотрите, еще какой-то остров есть. Ну-ка, давайте попробуем туда запрыгнуть. Еще остров. Ну-ка, наверх, наверх, наверх. Давай, давай, ракета. Ну-ка, поскольку нам сейчас дается? У меня было 183 силы, 84. Также по единичке. Я думал, хоть теперь по десятке будет давать. Что так медленно? Короче, человек-ракета прилетел на... Так, у нас там были какие-то волшебные квадраты, теперь здесь волшебный круг. Что за волшебный круг? Ага. Ой, мамочки, так это же человек. Он туда провалился. Братюнь, здорово, тебе тут хорошо живется, нет? Тебе может это... спинку почесать или ушко? А то тут бедный... Смотрите, листва даже падает. Офигенски, вау. Листики. Круто. Так, еще у нас есть здесь деревцо. Зеленое. Желтенькая и такое какое-то светленькое, голубенькое, не знаю. Еще вон розовенькая. О, это стопудово какой-то, наверное, здесь хак. Какая-то пасхалка, да? Опа-на! Я хотел его забодать. Ладно, вот те. Фигушка, не пасхалка. Так, а что там у нас написано? Это у нас какой-то там... опознавательный знак, табличка. Ну-ка, иди сюда. Да, блин, 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 блин. Долго так. Долго пролетать. Я хотел побыстрее. Ну так еще дольше получается. Так, здесь написано Octagon Tower. Короче, это башня октагона какого-то. Мамочки, она очень высокая. Ладно, полетели в эту расколбаху. Где там все мои друзья-расколбахи? Так, 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 так. Ну-ка, тихо, тихо. Сейчас кого-нибудь забодаю. Бенчик. Ой, меня подстрелили, подрезали. Кто-то меня подрезал своей лысиной. Хоть голову, надеюсь, мыли. Бенчик. Так, тихо, аккуратненько, аккуратненько. Ого, там кто-то растерял все свои эти... А, это вопросительные знаки, понятно. Я думаю, что такое черная, какая-то нефть, что ли? Дайте хоть кого-нибудь забодать мне. Так, у меня 180... А, 198, все, нашел, потерял. 100... Уже, короче, будет сейчас 200 энергии. Силы, я смогу что-нибудь купить. Ну-ка, давайте посмотрим, смогу, нет, я забыл, сколько там стоит следующее. Токсик... А, 250 стоит точно, вот эту как купить? Стрим. Фу, нифига себе, да можно ее взять же. Ну-ка. Вау, смотрите. Теперь точно как флеш стал. Вау-в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 ау. И больше стал летать, нет, интересно? Не, примерно так же, мне кажется. Но зато появился новый эффект. Человек-ракета теперь стал как стримить. Точно, это, наверное, надо было купить этот эффект именно на стриме, когда я стримчанский провожу. Так, поздороваемся. Короче, всем подписчикам, кто здесь со мной и кого я задел, всем привет. И извиняйте, если я кого-то протаранил своей мягкой головешкой. Бенчик. Я хочу кого-нибудь еще раз забодать. Мамочки. А, как какая-то кегельбан, точно. Как кегля упал. Ой, девчулю чуть не забодал. Ой, кого-то задел, по-моему. Разок. И вот этого задел. Нифига себе, его разорвал. Прям на части. Нога в одну сторону, и у меня нога в другую сторону. Мамочки, что со мной случилось-то? Все ноги в разные стороны развалились. Вот так вот я поеду. Можно я просто посплю? Юху! А теперь я хочу послушать, что там матушка земля наша говорит. И вот в эту сторону. И вот в эту сторону. А, меня опять рука завернулась как. Мамочки, санитара сюда, санитара. Юху, полетели. Друзья, вот короче, какой-то такой просто сумасшедший режим. Называется человек-ракета.
Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.